рамках партийного проекта «Детский спорт» в поселке Огарево прошел детский праздник, организованный и проведенный первичным отделением партии «Единая Россия» села Усово. В нем приняли участие старосты и жители деревень Усово, Колчуга, Огарево и Рождественно. Как рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского округа от фракции «Единая Россия» Станислав Улитин, все желающие могли принять участие в спортивных состязаниях и играх, пообщаться, чтобы с хорошим настроением начать новый учебный год.